Девчонки, вот такой вот длинный коридор, у меня комната вот там, напротив Макс. Сейчас я в них спущусь, узнаю, что там за программа, потому что сказали, программа будет висеть в этом, в номере, но в номере ничего не висит. Сейчас мы спустимся и спросим, что там за программа, потому что, насколько я знаю, мы должны проходку делать. Но не написано, и девочки нету, которая еще со мной в номере должна быть, девочки нету. Давай сюда интрак. А какие красотки идут, смотрите. У меня конкуренты за мной. Я, когда сегодня красилась, вспоминала ваши комментарии, как вы говорили, что не крась нижнее веко. Я так немножко его растушевала. Надо было в белой рубашке, но я не знала. Естественно, я всегда от всех отличаюсь, потому что на сайте, конечно, было написано это все. Макс сказал, что здесь дают рубашку, вот, или просто майку, неважно. Хорошо, что я хоть взяла с собой джинсы. Смотрите, вот здесь вот есть бассейн. Там мы сейчас будем ждать, у нас будут брать интервью. Итальянский вылетел. И даже те три слова, которые на нем могла говорить, вылетел от волнения. Но сейчас вроде немножко, собираюсь. Вылетел, потому что такие люди знаменитые, и что-то как-то он ко мне подсел, там, когда надо было записывать анкету. Начала разговаривать, я смотрю, я понимаю, что я сижу вообще там с легендой, понимаете? И все. И у меня вот так вот в голове вот эти вот 25 лет назад отсчитываются, опять же, как вот я работала в Украине, и я понимаю, что это то же самое, в принципе, только в другом месте я нахожусь, да? И с другими людьми, на другом языке разговариваю, и все, у меня вообще вот так вот все начинает это... Главное же вот тянуть. Я не наелась, а то, знаете, прибежала сегодня какая-то. Ой, я жрать хочу, жрать-то хотелось. Ела овощи и кусочек рыбки съела, и все. Сегодня в вечерних костюмах, по-моему, мы. Девчонки фотографируются. Вроде так нормально. Сначала со мной никто не поздоровался. Но я, конечно, отличаюсь от всех. Красной башкой, еще и, помимо этого, черной рубашкой. Очень классно. Я взяла лейкопласт, их не видно. И... ноге вообще не давит косточку. Единственное, что надо было взять две пачки. А вот мизинчики подавливает. Солнышко, это хорошо сейчас. И хорошо, что я эти туфли не сдала. Хоть какие-то туфли есть. У меня там есть пиджак белый. Мы можем Максу дозвониться, он спит. Он вчера, считайте, после фильма. Потом встал рано, встречал мальчика с Рима. Мальчик потерялся. Мадонна сейчас на каблуках, аж туда. Так, ну все, мы выдвигаемся, идем фотографироваться. Сначала фото, потом интервью, и потом уже будем соревноваться. Я участвую во взрослой группе, Over называется. Вот. Много участников, человек 15 женщин. Многие уже по 10 раз участвовали в разных конкурсах. Поэтому пожелайте мне удачи. Надо привести, быть корону на голову. Короче, быть королевой вечера хочу. Женщина говорит, я сейчас сниму, говорит, сандалии. Если я сниму, у меня в лейкопластырь забьется песок. А мне надо в лейкопластыре уже до вечера. Это девочки, которые будут участвовать. Копочка какая красивая у женщины. Так, ну что, мы выдвигаемся, идем фотографироваться. Сначала фото. Потом интервью, и потом уже будем соревноваться. Я участвую во взрослой группе, Over называется. Вот. Много участников, человек 15 женщин. Многие уже по 10 раз участвовали в разных конкурсах. Поэтому пожелайте мне удачи. Надо привести, быть корону на голову. Короче, быть королевой вечера хочу. Смотрите, сейчас фоткают. Значит, надо из пункта А пройти в пункт Б, остановиться в полуводке. Вот это молодец, красиво делает. Я так некрасиво вроде сделала, но мне... я сняла туфли, потому что я считаю, что в туфлях по песку делать фотографии – это глупо. Если спортивная обувь, да. То есть спортивная обувь, как бы, шел по берегу моря, да, и нормально. А идти на каблуках... какой смысл около моря по песку идти на каблуках? Я держала туфли в руках. Не знаю, если фотки получились классные. Смотрите, примерно сейчас она покажет, как она будет идти. Ну, примерно, каждый идет как хочет. Не знаю, если у меня получилось. Как-то я отношусь к этому серьезно. Вот она ее фоткает.
потом, наверное, на их сайте можно будет фотки найти. Вот тут останавливаетесь и делаете фотки. Ну, мне кажется, смешно в туфлях в песке стоять. Не знаю, это мое сугубо личное мнение. Вот такой вот пляж, берег моря. Пока мне все нравится, но, опять же говорю, я не так, как надо переживать, но я почему-то вот переживаю, потому что я серьезно к этому отношусь. Ну, сняла эти самые, лейкопластыри. Потому что первый раз, понятное дело, и, ну, ты же не знаешь, да, там что и как, они-то уже знают уже не первые разы. Вот. В следующий раз, если мне понравится, если в следующий раз буду ехать, то, естественно, я этих лейкопластырей наберу, и вообще надо как-то туфли менять, хотя... Мне кажется, это хорошие туфли, сценично, для сцены хорошие, они сценические туфли, потерпеть можно. Главное, живот втянуть. Вот. Ну, я понимаю, что по ту сторону экрана сейчас многие, наверное, будут смеяться, скажут, господи, да расслабься ты и получи удовольствие. Но я вот так вот серьезно к этому отношусь. Я вам говорю, у меня такое впечатление, что, знаете, меня вот 25 лет назад, как будто вот, я уже как-то рассказывала, да, эту ситуацию, что такое впечатление, что вот у вас это все было, и потом как бы вы этим не то что не дорожили, не то, что вы похабно к этому относились, даже не могу слова подобрать. То есть вы как-то несерьезно, наверное, или просто, наверное, не вовремя брали удачу в руку. Вот. И вот так вот вас, наверное, оттуда взяли, переместили, показали вам жизнь другую. А потом так раз и говорят, смотри, а вот оно, в принципе, такое же, да? Ну, там не тот уровень. Ну, в принципе, такое же. Вот, наслаждайся, бери, наслаждайся. Вот от этих мыслей, которые я гоняю, я очень трепетно отношусь к тому, что со мной происходит. Я понимаю, что, опять же, говорю, по ту сторону экрана это смешно, но это мои личные мысли. И, пожалуйста, не обзывайтесь, потому что я сейчас с вами делюсь самым сокровенным. Стану Фачандоли, фотограф. Вот здесь вот будет проходить конкурс. Кстати, не очень далеко идти надо будет. Девчонки, сейчас я вам покажу легенду потанцовок. Я вам говорила, да, что в жюри будет сидеть человек, типа карьера, как у меня. Ну, как у меня это я так сказала, вы потом к словам прицепились. Это просто легенда. И в Колорадо он работал на фестиваль бар. Это как вот у нас Таврийские игры или Новая волна. Он работал с Рафаэла Кара, он работал со многими артистами. Это, ну, я имела в виду карьера, как у меня, в том плане, что тоже там был танцовщиком, его постоянно на него камеры наводили, он был лучший из лучших в этом балете. Я просто взяла на себя такую смелость и сказала, что типа он сделал такую, ну, типа он работал такой, типа я там сказала, типа у него карьера такая же, как у меня, типа я такое сказала. Но я имела в виду, вот его зовут Джузеппе, а фамилия, сейчас я вам не скажу, потому что я могу перепутать опять. Вот я не помню букву, лучше я промолчу, подождите, ладно, я лучше промолчу, потому что в голове крутилось. Он один из лучших был танцоров, он работал на Рай-1, это как вот у нас вот федеральный канал. Это просто, вот просто легенда, просто вы посмотрите на эту легенду, понимаете? С Рафаэлем Кара, с Маркуччи он работал, с кем только он не работал. В свое время вообще просто. Сейчас он занимается, вот у него свои классы есть по хореографии. Красавчик. Он когда был молодой, просто красавчик. На ютубе можете посмотреть его видосы. Но опять же, это конец 80-х, а я как раз конец 90-х. Вот. Ну и хореография там, естественно, такая же, знаете, как вот у нас в 90-е было, что все говорят, боже, что за хореография. Мы же ее не ставили. У нас был хореограф, который нам это ставил. Так же и у него. Вот, красавчик просто. У меня башка уже вся грязная еще, засаливалась от этого моря. Я уже даже не помню, потому что я в Инстаграм снимала историю. 23-й номер у меня. Буду хранить. Я не знаю, мне до сих пор бейджики еще остались с Украины, когда мы там работали с фестивалем 97-й год, 98-й, это Таврийские игры. У меня все эти бейджики, по-моему, где-то остались некоторые. Буду хранить. Ну, я не знаю, я понимаю, что я так по-дурацкому выгляжу по ту сторону экрана. Но я не знаю, я в восторге. Мне все нравится, гастроли вообще просто. Были бы спонсоры, которые оплачивали эти гастроли. Участие в конкурсе стоит 150 евро. Сюда входит завтрак, обед, ужин, проживание в гостинице. А нет, это только конкурс. Правильно, конкурс, потому что это 300. Я же говорила, да. И плюс за дорогу я еще 50 дала, за бензин. Так, ну что, мы идем. Макс, кстати, с нами не тусуется, потому что, ну, как бы это, ну, не полагается. У меня просто кофта осталась в машине, в его, он спит. Я не хочу его будить. Видите, вот сейчас мальчики проходятся, типа. Даже есть салфетки. Вот что значит хороший отель. Чистейший туалет, это первый этаж. Ну, типа, я имею в виду холла. Чистейший туалет. Вот мой кардиганчик Зары мне и пригодился. Смотрите, как хорошо. Единственное, я не могу понять, тут расстегиваются карманы или нет. Я читала комментарии, писали, что если есть карман,
то он расстегивается. Но я посмотрела, нитки нет, он прям прошитый. То есть не то, что вы потянули за нитку, знаете. Хотя карман похож на карман с подкладкой, не знаю, как его. Так, ладно, все, куда это? Куда у вас это выкидывают? Все, пошли. Нет. Я же руки помыла. Короче, мы сидим и ждем. Кстати, эта женщина тоже. Она, кстати, тоже участвует. И молодняка много. Вот это вот обожаемая моя легенда. Шелки как стоит. И ждем, сейчас она будет показывать. Отживание еще будет. Ну, какой-то танец будем разучивать, типа, наверное, как на финал, наверное. Там красные дорожки куски лежат. Кстати, офигенные девчонки лейкопластыри вот эти, вообще просто. Туфли, конечно, шикарно смотрятся под вот эту вот, под эту вот подсветку. Но свет, наверное, так этот и будет работать, этот вот огромный. Это минус, конечно. Ну. И, кстати, очень классно работает вот это вот масло. Здесь прям видно было. Я потом, когда села, когда мы сделали фотосессию на море, потом они снимали видео, не знаю для чего, может для презентации, не знаю. Вот, снимали видео, и потом мы пошли к бассейну, и около бассейна сделали фотки. И вот там солнце, заход солнца был, светило солнышко хорошо, и на мне прям было видно мелкие-мелкие-мелкие бриллианты. Я помню, там комментарий был, что типа, а что ты хотела, что там? Как снеговик на тебе эти бриллианты будут. Ну, в общем, короче, видно было, масло мне понравилось. Единственное, что я его намазала, не дождала, или много намазала, как всегда, там тоже писали в комментариях, что перебор точно, что будет. И потом одела кофту, и немножко кофты сейчас. Саша звонила. Так, ну что? Тоже женщина сидит, моя конкурентка. Сейчас, мы сейчас, наверное, поучимся, потом пойдем все на ужин, и после ужина будет первый день, это будет конкурс талантов. Кто-то будет петь, кто-то будет танцевать. Интересно будет, да? Я так поняла. А завтра уже будем мы. Вот. В любом случае, все очень интересно. Видела я нашу девочку, но я к ней не подходила. Но она тоже так, ну, заулыбалась, поняла, что я откуда. Может, анкету мою читала, потому что я... Говорит, где этот мальчик? Говорит, он купается. Говорит, как он купается? В смысле? Хорошо, что я взяла кардиганчик. Вам огромное спасибо за пожелания. Я читала в Инстаграме ваши пожелания. Я все комментарии вижу. Огромнейшее вам спасибо. В любом случае, знаете, такое приключение хорошее. Какая женщина. Девчонки, на ужин овощи, там масло, перец, приправы. Сейчас я вам покажу, что я набрала. Ой, кстати, надо было бурячка взять. Что я бурячка не взяла? Здесь есть сливы. Это все входит в стоимость. Хлеб. Вот такие вот палочки. Здесь разбирают уже сыр. Все поразбирали. Не знаю, может быть, сейчас будут доносить. Но я, ну, как бы, я еще не брала такого тяжелого, чтобы живот не торчал. Вот, ну, крылышки, все такое. Мне очень нравится. Видите, какая очередь. И сейчас посмотрим, что там дают. Я там с девчонками села. А, кстати, надо воды будет набрать. О, есть моя картошка любимая. А, дай прендер и конце. Ну, пермисяки человек, гварда. Так, я пока они стоят, я воды наберу. Портонки и онако. Я натуральная. Прям трезвенник, да. Мы разучивали танец все вместе, ну, общий. Бля, туфлям, капец, не туфлям, а ногам в этих туфлях, капец просто. А. Вообще, еле иду. И девочки. Вот это я себе набрала, вот это вот. Так, иду за вторым. Наверное, сейчас будет подсыпать, потому что людей много. Это все зрители, которые завтра будут смотреть. Я есть хочу. Я не то, что там, знаете, строю из себя там кого-то. Просто что я не хочу, чтобы живот торчал. Ну, что это такое? Что приехать сюда пожрать, что ли? Я в номере с девочкой, еще с наполитанкой. Она такая, ну, такая гонорливая.
Там, кстати, по-моему, еще торт есть даже. Смотрите, макароны. Макароны белые. Она что-то другое ждет. Она наверное, тольятели ждет. Я такое не ем. Я мимо макарон прохожу. Так. Картошечку возьму. Очень вкусно. Мясо прям аж журчит. Я взяла рыбку это. Смотрите, какое мясо красивое. Просто шикарное. Шикарно. И здесь какой красивый торт. Просто шикарно. А зачем они стоят, я не могу понять. Мадонна, ла торта белиссимо. Не. Не. Чудо не возьмешь, я не хочу. А вот так уже так. Только дома, что лапанчик взял. Девчонки, морковка. Это самое. Come? Come si chiama? А con chi ci sto io? Mi sa Nina si chiama. Nina o Inna? Io sto con lei. Sto la pasta. Buonissima. Patate вообще, спектакль. Scusa ragazzi, ma dove anche noi? Ma dove tutte le donne della nostra età? Dove? Ma l'hai vista tu? Giovanna, Giovanna, girati. Sorriso. Четверо дітей, дві дівчинки, два мальчика. Вже бабушка вона. Народила дуже рано. Ragazzi, giratevi un po'. Over. Fatevi vedere, salutatevi tutta Russia. Ciao! До свидания! Ragazzo, buongiorno, che cazzo detto? Неудачный ракурс. Это самое, прошлись. Конечно, это нечто было, конечно. Вроде собрала, все, настроилась, не переживала, не могла даже улыбнуться, настолько скулы свело. Ну, первый раз. Короче, пришла, умылась. Нету девочки моей напарницы, еще не пришла. В общем, прошел сегодня, была у нас презентация, мы себя презентовали. Я была в синем платье, с блесточками, конечно, естественно. Не знаю, что, может, что-то там Макса снимал. Естественно, я не снимала, как-то даже не думала ему телефон дать. Челку надо, блин, помыть сейчас точно. Девочка начала помыть челку. Кажется, что грязная. Ага, я ее вот так вот, кстати, убирала. Вот. Я себя презентовала, короче, просто там мы прошлись. Слушайте, так интересно, знаете. Ну, вот, казалось бы, ну, пройдись ты себе, да, и все, да, что ты там себе придумываешь. Я иду, хочу улыбнуться, я не могу улыбнуться. У меня вот здесь вот скулы, вот так вот прям свело. И, знаете, они прям вот так вот дрожат. Мне кажется, что-то так было видно, напряженно, вообще капец. В общем, мы прошлись. Потом молодняк был. У молодняков было интервью, ну, типа, им задавали там каверзные вопросы, как они, типа, выкрутятся, вот, и завтра мы, уже мы будем вот это вот интервью, ну, что, типа, будут задавать вопросы, типа, как мы ориентируемся, как я выйду, не знаю, я еще когда, знаете, я еще комментарии читаю, как начитаюсь вот это, говорить не умеешь, да как ты будешь себя презентовать, и я вот эти вот комментарии держу в голове, я их помню, что я вообще начинаю теряться. То есть я сижу и помню вот эти вот комментарии, которые мне писали. Да ты говорить не умеешь, да там надо себя презентовать, да ты тупая. И я вот это вот все вспоминаю. Блин, бедные мои ножки, мои ножечки. Вот, и что, ну, потанцевали, дискотека была. И все, я ушла, ну, домой. Я иду в номер, умылась, покупалась. И сейчас лягу отдыхать, потому что завтра вставать очень рано. Мы завтракаем и опять куда-то идем на какую-то фотосессию. Даже не знаю, в чем мы идем, как мы будем, должны быть где-то без понятия. Вот. Впечатления хорошие. Мандраж, конечно, был. Ну, вот выбрали, непонятно, как выбрали мальчика. Вот это, кстати, пацан выбрал, этот Петру выиграл, который с нами, которого, ну, вот Макс привез. Из Дрима мальчик. Ему дали мистер Европы. Я не могу понять, как он его выиграл, при каком голосовании. Потому что, типа, мы голосовали, потом, наверное, жюри голосовало, наверное, все вместе эти баллы сошлись в один, и как бы, типа, и все. И девчонки, которые, ну, у меня постарше женщины, они, типа, возмущались, почему поставили нас
в одну категорию с молодняком, что типа как это, где по возрасту, потому что мы, я так поняла, опять же тут все меняется, так я поняла, так что нас не разделяли, то есть мы вот от 40 и дальше идем. Там меня моложе девочка есть, вот это вот с Румынии, румынская девочка, вот. Румынская она или Будапештская, по-моему, Румыния, да. Вот, такая молоденькая, хорошенькая, ей 40 с чем-то лет, она молоденькая, очень хорошо выглядит, зубы такие красивые. Красивые девчонки, все женщины очень ухоженные, хорошие, подружки уже нашлись. Вот. Некоторые уже прям ездят, прям каждый день, они на эти конкурсы ездят, развлекаются, им нравится, знакомятся. Вот, такие вот дела. У меня фотки-то ни одной нормальной нет, ну, там щелкали потом на мой телефон. А профессиональные их фотографии, которые они фотографировали, я еще не знаю, как это, ну, как, где их можно будет найти. На Фейсбуке, наверное, у них, наверное, можно будет найти. Впечатление хорошее. Так что отдыхайте завтра в путь. Завтра уже будут давать вот эту вот мисс Европа. И я так поняла, что нас не разделяют по категориям. То есть вот как идут от 18 лет девочки и там заканчиваются по 60 лет женщинам. Наверное, как-то так. Может, я пропустила этот момент. Так, ладненько, всем спокойной ночи. Огромное спасибо за комментарии.